Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про стан ракетно-космічної галузі в Україні та світі. З нами доктор технічних наук Юрій Мітіков. Юрій Мітіков, доктор технічних наук, працює на фізико-технічному факультеті ДНУ імені Олеся Гончара, завідувач кафедри двигунобудування, заслужений винахідник конструкторського бюро «Південне», входить до Національної спілки журналістів України, популяризатор науки, одружений, виховав сина, хобі, гірські лижі, парапланеризм. Пане Юрію, радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. Вже не перший місяць у світі обговорюють, і в Україні, зокрема, запуск так званої ракети Ілона Маска. От ваше ставлення як науковця до цієї події? Мова йде про багаторазовий корабель Crew Dragon, який за останні 9-10 років впервые американских космонавтов направил на МКС. То есть ликвидировали монополию. Державы? Российской Федерации. Российской Федерации, да. Эта монополия могла бы, наверное, и дальше продолжаться, но россияне за это время с 20 миллионов долларов за полет на МКС довели до 90 с чем-то. И это, наверное, не конец. Поэтому тут, конечно, сколько веревочки не весь, а ей будет конец. Ну, вот это. Маск сделал. Конечно, это большое событие. Многоразовый корабль. Россияне, как вот с возвращения Гагарина, до этого там собачки, одноразовый корабль. Хотя, с другой стороны, ведь никто же не присягал на Библии или там еще на чем-то, что вот должны корабли быть только богаторазовые. Смысл-то только в том, что он должен быть дешевле. Ну, у россиян надежность великолепная. Ну, допустим, той же и надежности. Поэтому дешевле пуски у Маска или нет, я не знаю, нигде информации об этом нет. И у меня, например, большие сомнения, сколько раз он его может использовать и какой цикл подготовки его к следующему пуску. Это же не самолет, что ты его приземлил, чем-то там заправил и тут же опять запустил. Да, ну, до речі, говорять, що в Америці декілька компаній займались цим питанням, власне, створення так званого приватного космічного корабля. От як ви вважаєте, чи взагалі є перспективи у приватного космосу? І чи є цей запуск фактично запуском приватної компанії? Ну, частково є, частково є. Другий корабль, який готується, це компанія Boeing. Ну, там ціна запуску, по-моєму, в два рази більше, вище, да, ніж у Маска. Але для того, щоб не було монополії, кошти з бюджету виділяють і тим, і іншим. І Boeing трохи запізнився, ну, десь к концу року, мабуть, вони теж зроблять такий уже пуск с космонавтами на орбиту МКС. Кстати, про МКС тоже у обывателя такие представления интересные. Вроде как это российская космическая станция. Но на самом деле это же не так. Там всего 19% сегмента принадлежит россиянам. Ну, международная космическая станция. Да, да. Ну, как бы вот российская, что-то вот такое, вот как-то так вот говорят. 19% россиянам принадлежит, и то их сегмент, он там не до конца доработан. Поэтому сейчас, я так думаю, что американцы будут определять, кого возить, куда возить и где размещать там, и так далее. И так далее. Так, а от, власне, я хотів спитати вас просто, як у людини, як, не як у науковця, чи слідкували ви взагалі за цими подіями навколо ракети Ілона Маска, да? Які у вас були емоції, коли вона полетіла до МКС, коли поверталися астронавти? От як ви це сприймали саме як людина? Ну, це перший політ, звісно, це емоціонально, ну, як сказати... Я, например, ну, в космической отрасли попал не случайно. Так получилось, что отец служил в том гарнизоне, где первый отряд космонавтов проходил предполетную подготовку в апреле-мае 60-го года.
Город Энгельс. С Юрием Гагариным, да, первый отряд космонавтов был 12 человек, потом 8 добавили, стало 20. Но слово космонавт тогда еще не было на слуху. Угу. Было слово лайка. Как бы так народ... Белка-стрелка. Первую собака, которая полетела, и ее и не планировали возвращать, которая там погибла, про нее долго говорили, что она летает, самочувствие там нормально, готова к выполнению там очередных заданий партии и правительства, но она издохла на первом же витке. Не работала система термостатирования, она от перегрева, бедолага, и померла. Ну, тут дело не в этом. Вот, я говорю, что первый отряд космонавтов, я их каждый день видел, они, гостиница была рядом, мимо нас ходили. Ну, как бы так, ничем так особо, да. А потом Гагарин приземлился в 14 километрах от нашего гарнизона. Совершенно случайно. Никакой тут связи с подготовкой не было. И вот я был свидетелем этой безумной радости. Народ выбегал, хотя телефоны там вообще у единиц были. Радио только что-то передало, но где, что там, к чему... Обнимались, целовались, плакали. Вот ветераны говорили, что нечто подобное было на День Победы. Вот так же. То есть народ как-то вот считал, что вот раз вышли в космос, теперь будет другая жизнь начнется. Ну как такие технологии, выйдем в космос? Ну, к сожалению, жизнь другая не началась. Ну, я был свидетелем вот такого фурора, такого события. И, собственно говоря, так свою жизнь и связал с ракетной техникой. Так, Юрій Олексійович, давайте перейдемо вже до наших реалій, зокрема до фізико-технічного факультету. Ви там очолюєте кафедру відповідного двигунобудування, готують інших спеціалістів. Взагалі, чи викликає інтерес у молоді теж ті спеціальності, які ви пропонуєте? Чи йде молодь на фізтех зараз? Ну, йде, ну так, погано йде. От я... Після закінчення фізтеху вийшов на роботу в КБ «Південне». Мій керівник, начальник групи, він закінчив ХАІ. Коли він поступав, був конкурс, що то... Харківський авіаційний інститут, так. Вони почали підготовку фахівців з ракетної техніки 48-го року. Фізтех пізніше на... Так, ну, коли там, у нас КБ 51-й, здається, так? Ну, КБ як самостійна організація в 54-му году стала как бы, самостійна організація, то був конструкторський відділ при заводі, да. Ну, а підготовка почалась, позже, там, на 6 лет, чем в ХАІ. Вот. Да, ну, 15 человек, до питання, я поступал, 3 человека было, сейчас конкурса вообще нет. Что у нас, к сожалению, в те времена реклама была какая? Что все было секретно, ничего не известно, и это страшно как бы привлекало. Но таймницы завжди провокают. Да, как-то вот никакой же рекламы, вообще ничего, нигде, что это закрытый город, все, полная тишина. Ну, как-то все то, что надо, знали. Все шли, допустим, меня распределили на систему управления. Я не знаю, до речі, Леонід Кучма свого часу, випускник теж фізтеху, згадував, що його привабила в першу чергу висока стипендія. То есть вот тоже, кстати, интересный момент. То есть государство таким простым маневром показывало, какие специальности в первую очередь нужны. И вот одна из побудительных причин, да, Кучма. Кучма, кстати, выпускник кафедры двигунобудования. Угу. Нашей кафедры, я ему альма, ну не матер, а фатер, наверное. Да? Вот. Одна из причин, что он пошел туда, он же без отца, поэтому как бы на 30% выше стипендии, это тоже сыграло свою роль. Так, ну села на Чернігівщині приехал тоді Дніпропетровська, зараз Дніпро. Да. А сейчас конкурса нет, берем всех, мы не можем заполнить бюджетные места. С одной стороны, никакой рекламы нет, а реклама, в общем-то, антиреклама. Южмаш там не работает, там забастовка, там не платят. Про це ще ми також, я думаю, да, то есть вот это как бы... раскручивается, муссируется. То, что КБ Южная работала, вот за исключением вот последнего момента, сейчас возникли там проблемы. А то, что тут появилась компания «Ноосфера» частная, у нее два подразделения, Firefly, которая со Штатами работает, и Skyrora, которая работает с Шотландией. Там определенные успехи, хорошие успехи. Наши специалисты туда идут, я имею в виду выпускники. И тут еще появляются компании, то есть... Уже почти год как разрешен частный космос, поэтому тут перспективы большие. Но нет рекламы, не раскручивается. Вот честь и хвала Маску за то, что он какой-то малюсенький успех. Вот во вторник якобы он отрабатывал посадку на Марс ракеты. То есть
те же самые технические решения, что садят его ступень, вот сейчас первую ступень Falcon 9, то же самое было продемонстрировано просто на другом таком каком-то огромном баке, какой-то несграбный такой, как в, какой-то для воды такой бак смешной. Ну, аккуратно его посадили, все, реклама по всем каналам, вот очередной успех, первая ступенька к посадке там на Марс. То есть он как шоумен, честь ему и хвала. Я ему очень благодарен, потому что вот именно он пробуждает интерес. Тобто елемент шоу має навіть бути для того, щоб заманювати таке не дуже добре слово, да, молодь. Ні, ну він працює, у нього робочі місця, у нього ж от ці всякі там гіперлупи якоби там робить, там на Луну готуються літати, там на Марс готуються. У нас теж був гіперлуп. Да, у нас розмови були, да, причому смішні, ну... Ну да, такі це розмови, вони тільки, компрометують ідею. Ну, який гіперлуп із Києва в Одессу, во-первых, огромное расстояние, во-вторых, там нет грузопотока. Грузопоток там, ну, 30 миллионов, там, 40 миллионов в год. Англичане тоже же хотели из центра Лондона в Хитроу проложить вот этот гиперлуп. Посмотрели, 30 миллионов. Потом разобрали, 30 миллионов это вылетает и садится в аэропорт. Из них 70% частными автомобилями едут. Им гиперлуп не нужен. Он со своего дома сел, ему не надо там куда-то к этому гиперлупу подъезжать, он же по домам, по всем же не проедет, правильно? Так, Юрій Олексійович, да. Ми вже відхиляємось до якихось таких тем. Хотів би повернутися все ж таки до фізтеху. От ви згадали, ви сказали, що така досить сумна ситуація, да? Молодь не йде, фактично берете всіх, але от ми пам'ятаємо фізтех, ну, ті, хто жили у Дніпрі, Дніпропетровську, як таке місто в місті, як ви сказали, в тому числі, да? От з таким нальотом, як то кажуть, певної таємниці з підвищеною стипендією, куди не могли потрапити там ні іноземці, ні люди, які там не навчались. Тобто всередині університету це була держава в державі, університет в університеті. Як зараз? Тобто іноземці до вас спокійно можуть прийти там на лекції, на якісь семінари? Ну, що взагалі відбувається на факультеті от сьогодні, у 2020 році? Чи іноземці у нас немножко обучаються. Но тут, знаете, как... Тут глобальные проблемы с высшим образованием в Украине. Глобальные. Допустим, вот возьмем Бразилию. 205 миллионов населения. Один государственный технический университет. У нас государственных 309, то ли 311. Соответственно, зарплата вот у меня, как у заведующей кафедрой, ну, такая же, как, наверное, у старшего бомжа возле мусорного бака. Приблизительно. То есть это, ну... Издевка. То есть высшее образование ждет, безусловно, реформы. Надо вузы сократить, я не знаю, 10, 8, 5 оставить во всей Украине. Государственных, частные, пожалуйста, собирайте деньги, учите там, что хотите, делайте в напертки, играйте, пожалуйста. Но государство, ну, для этого можно-то набрать нормальных преподавателей на хорошую зарплату. Вот у меня мой коллега прекрасно знал английский, он второй раз выиграл конкурс в Бразилии в техническом университете. Конкурс профессоров, 23 человека на место, можно выбрать. Можно выбрать, кто под конкретно вот эти дисциплины, у кого труды есть, там, ну и так далее, и тому подобное, кто хостемы вел, кто преуспел там и так далее. И у студентов там где-то 15 человек на место, можно отобрать у кого. Тут спрашиваешь у второй курс университета, летит самолет, за ним белый след, что это такое? Это вакуум, Юрий Алексеевич. Какой такой вакуум? Ну, самолет же разрезает воздух. Ну, в каком-то смысле, да, вот за ним вакуум. А что вакуум белого цвета? А какой же еще? То есть вот люди из города учили где-то физику в школе. И физика была и общий предмет на первом курсе. То есть как ты с него сделаешь покорителя Вселенной? Ты никак ты не сделаешь. Но с другой стороны, это хорошо, когда студентов немного. Их не надо много. Инженер – это инженер, это вершина модельного ряда. Поэтому если готовить двигателистов 5-6 человек каждый год, ну, такие, чтобы это были, как говорится, головорезы такие, вооруженные методиками, знаниями с ног до головы, то этого вполне и достаточно, который был бы действительно организатор, новатор там, и так далее. Но дело в том, что космическая отрасль не финансируется. У КБ Южина нет денег на НИР. Прибыль там почти всю забирает государство. Там какие-то остаются... Ну, раньше чуть-чуть больше была прибыль, там кое-что... Дегтяреву удалось там сделать, новые технологии купить. И в чем проблема Южмаша?
Ні, про це ми ще поговоримо. От, ну, я все-таки про вищу освіту. Да? У нас, як ви сказали, така загальна вища освіта. Да? От, ні о чому. Да, ні о чому. Вища освіта ні о чому, тому що преподавательский состав, ну, страшно раздут, если 300 чем-то вузов на такую маленькую страну, то есть преподает жук и жаба, что они там преподают, это ж... А министерство только смотрит, чтобы красиво были оформлены дела, чтобы была шапочка, чтобы там шрифтом было выделено там что-то вот это, вот как бы так вот все, то есть не плагиат толком не проверяется, какие скандалы возникают, а это как бы, это не наши, это университеты пусть сами там разбираются, ну, университеты много там разберутся. На том же заходе до плагиата относятся так дуже суворо, и так, ну, суворо, мы, да, знаем, клей... там министры у тех же Німеччини, которые подавали відставку через то, что нашли там через 30-40 років, да, что там был какой-то плагиат у дипломе. Ну, это клеймо, если человек ворует, он будет воровать кругом, не только там статьи научные какие-то там штуки, он будет воровать кругом, где только увидит какую-то слабину. Поэтому тут нужна реформа. У нас, допустим, вот у меня лаборатория, мы пять лет назад впервые в истории Украины силами моей нашей кафедры лаборатории сделали электроракетный двигатель для Сингапура, ПТЗ Великобритании. Уже сидели, готовили материалы на государственную премию. Впервые такое событие. Он летает и до сих пор. Вот, 5-й год дорабатывает, у него ресурс 5 лет. А министерство не выделило денег. А у вас нет там докторов, там не хватает каких-то публикаций в Скопусе. Говорим, кормильцы, какие публикации в Скопусе? Это ракетная техника. Вот только-только вчера все рассекретили. Как я мог публиковаться на Западе? Я не имел права. Ничего не знаю. Скопусы, Web of Science, такие, ну, эти базы наукометрические, ну, самые такие, которые котируются на Западе, у вас их нету, ни одного доктора наук там, значит, нету, не-не, такая лаборатория не имеет права на жизнь. А у нас лауреаты государственной премии там работали, то есть инженеры от Бога. Не, взяли все, разогнали всю лабораторию. Ну, они сейчас этого министра, у них в рушниках портрет висит в углу, создали частную компанию и рады этому, поэтому спасибо, что вот этот надоумил, выгнали с университета. Сейчас работают частная компания, имеют заказы, делают там электроракетные двигатели, продолжают успешно заниматься. Юрий Олексійович, ви згадали про Ноосфер, да, приватну компанію. От раніше випускники фізтех вийшли фактично до КБ Південне або до Південмашу, більш не до КБ, напевно, да? Да. Як розробники, в принципі, ракетної техніки. Які зараз перспективи мають випускники? Приезжаешь, сейчас интересно, я даже не совсем как бы так понимаю, но очень хорошо сейчас работает конструкторское бюро. Там есть такой главный конструктор Спиркин, он бывший работник КБ «Южная». Где-то он или Гранды как-то, или что-то, короче, берет моих выпускников, те не нарадуются. Они работают, там проектируют двигатели, газогенераторы, целую линейку делают. Сейчас еще попросил там 3-4 выпускника. То же самое берет КБ «Южная». Мы же готовим специалистов по жидкостным ракетным двигателям, и по твердотопливным, и по микро-ЖРД. То есть микро-ЖРД там для спутников, а твердотопливные и жидкостные КБ работают, у них заказов на 3 года вперед. На 3 года вперед. Это единственное, кто... Вот двигателисты. Потому что, ну, так получилось, что мы по ракетным двигателям, ну, я имею в виду мы в составе Советского Союза, лидировали в мире. Американцы с 1965 года перешли на твердотопливную тематику в боевой, то есть перестали вкладывать деньги в научно-исследовательские работы, в жидкостной тематике, а Советский Союз продолжал. Поэтому мы тут поднаторели так, что еще на долгие годы хватило именно в жидкостном двигателе строения и во всех сопутствующих системах. Поэтому идут туда. Ноосфера хорошо берет. Они создали, ну, создали, неправильно сказал, но при их активном участии создали кафедру информационных космических технологий у нас на физтехе. И там много читают прогрессивных таких курсов. Там методы расчета, современный математический аппарат, методы приближенного вычисления, там, ну, такие вот общеобразовательные, но, на мой взгляд, крайне полезные и такие развивающие. И инжиниринговая школа с их помощью сделана и профинансирована. Вот студенты там запускают ракеты на 2, на 4, на 6 километров твердотопливную. Там, ну, такие первые практические навыки имеют, тягомерное устройство сделали, умеют мерить тягу двигателя. Там, ну, очень полезные вещи. Тут ничего не скажешь, поэтому их только можно
за это поблагодарить. И они хорошо брали специалистов. Сейчас немножко они наполнились, не знаю, как там дальше. Потому что, ну, ничто ж не безгранично, да и, собственно, да. Юрій Олексійович, от давайте вже так трохи перейдемо до Південмашу, да. До КБ, оскільки не так багато часу лишається. В принципі, ну, вся країна бачила, да, що фактично рік південмашівці не отримають заробітну плату. Зараз Верховна Рада втрутилась, може якось цей процес піде з виплатою. У КБ також, у конструкторського бюро є певні проблеми. Да? От ваше ставлення до цього як у фістехівця, просто як у громадянина України? Ну, на самого початку було ясно. Я участвував, ну, в створенні документів по ограничению ракетных вооружений, что Россия станет правопреемницей Союза, и только ей можно будет заниматься боевой тематикой. То есть на гражданской тематике в Украине, я имею в виду ракетной, не имея ни площадей, ничего для космодромов. Да тут все гораздо сложнее. В Америке есть программа ITAR, называется International Transportal там, и так далее. То есть ограничение ракетных вот этих вот всяких технологий под жутким контролем. Любой спутник, который запускается в мире, он потенциально может представлять угрозу Соединенным Штатам. Как бы вот соль-бемоль вот этой, так сказать, программы. То есть они внимательно следят, где что там, кто делает, и чтобы он там до конца ничего не доделал. Потому что в системах управления блоки берут китайские, подешевле, там, Гонконг, Сингапур, там, Корея. Что там на самом деле находится? Даже разработчик спутника может и не знать. То есть он свою там задачу выполняет, а помимо этого там какой-то сбор информации, там еще чего. Поэтому американцы очень пристально следят. Поэтому вот мы не закончили вопрос. Частный космос, он имеет огромные перспективы в Соединенных Штатах. Угу. У нас, ну, тут гораздо больше трудностей. То есть, возможно, он тоже имеет, вот, пример ноосферы. Ну, ноосфера – это фактично филия, насколько я знаю, ну, американская. Ну, вот как да. бы, да, Украина американская, Украина шотландская, это для того, чтобы как-то проще было преодолевать. Но тут получается, что гражданин Украины, он не имеет права быть посвященным вообще в какие-то нюансы американской ракетной программы. Не имеет права. И на месте не имеют права его посвящать ни в материаловедение, ни в какие-то другие достижения. То есть, это создает проблемы. Ну, с точки зрения военного дела, наверное, это правильно, а с точки зрения развития это сложно. Государство космическую отрасль не финансирует. Ну, денег нету. Уж не говоря, там какие-то космодромы строить, там еще чего-то. Поэтому, вот, допустим, у КБ Южная, я там работаю на полставки, мне это ближе, 95% бюджета – это западные заказы всякие. Западные, восточные, ну, я имею в виду, что иностранные заказы. А 5% всего дает государство. Вот, собственно говоря, как бы и... Что ты на 5% сделаешь? Да ну, взагалі, КБ зараз це КБ прибуткова організація? Ну, мне трудно сказать, это должен, наверное, экономист говорить. Ну, в принципе, да. Раньше, да, платят большие налоги, то есть вот эти 5% оно получает, а платят там, допустим, от этих 5 25%. То есть в 5 раз больше, чем получает от государства за вот эти сегмент 95% западных. Ну да, мы пару месяцев тому с Максимом Дегтяревым, главным конструктором, на эту тему спілкувались. Да, есть же такие вещи, что брали кое-какие кредиты под государственные гарантии, они не возвращены, поэтому как вот эти деньги считать, как бы они в прибыль, в убыль там пойдут, я не знаю вот этот момент. Да, і все-таки, повертаючись до питання, ваша оцінка того, що відбувається і на Південмаші, в КБ, ну, трохи полегше, але теж є певні проблеми. Мені, як спеціалісту, дуже жаль, що кадровий потенціал втрачений, технології втрачені, що, ну, як би була така ізюмінка, де ми входили там в пятерку, в шестерку стран, у которых был замкнутый цикл. Мы могли все делать, и ракеты, и двигатели, и системы управления, причем прекрасные. Харьков делал систему управления для самых, так сказать, лучших там российских ракет. И спутники делали. А ничего же мы не делаем для того, чтобы вот из этого прорыва выйти. У меня лежит, ну, на задворках вторая ступень ракеты-носители «Космос». Вот серия «Космос», слышали, да, ракета-носитель «Космос», спутники серия «Космос». Именно вот эта вот ступень положила начало вот этой вот, так сказать, тематики ракета-носитель «Космос», запущен там спутник «Космос» такой, вот 140 с чем-то спутников запущено вот этой вот второй ступенью. Она валяется на задворках. Кому я только не предлагал поставить ее в виде памятника перед главным корпусом университета, приподнять ее светодиодами, сделать как бы факел, когда вот темно, поднять обтекатель, там спутник находится, спутник светодиодами подсветить, вот вечером там
люди едут с аэропорта, и, ну, по Гагариной движение достаточно интенсивное, стояла бы такая бы красота. Там столько интеллектуального труда вложено в эту ракету. Ну, понимаете, первый спутник, он назывался Днепропетровский спутник, ДС-2. Первые два пуска ДС-1 были неудачные, прямо из шахты боевые запускали. Вот она так валяется на задворках. Там вот эти вот наркодилеры пишут, вот эти вот всякие там сайты, где там наркоту наши каждый день бегают, закрашивают. Вот, собственно говоря, то есть вот такая жалкая участь. А чи допомагає, до речі, дорогий президент України Кучма, випускник вашої кафедри фізтеху і університету, і фізтеху самому, і КБ Південне, якщо можна так коротко, буквально дві. Ні, ну як він може КБ Південне? У нього ж, во-первых, таких средств нету. Он не... Ну, може, взяття є. Ні, це ж тільки можна там із прибулі щось таке. Ні. Кучма, я обращался к нему на 60 лет кафедры, он нам помог, дал компьютеры, дал мультимедийную систему великолепную, которая работает без ноутбука. Ну, по тем временам это было вообще фурор, фурор. Он нам 7 стипендий по 15 тысяч студентам платит лучшим. Вот стипендии, когда приезжают, да, и лучшим студентам, значит, прямо вручают в конверте сразу. Сразу деньги, за эти деньги можно купить. Ну, что-то можно купить, да. Поддерживает в этом плане. КБ Южное, ну, у него фонд Украины есть, он благотворительный именно только в поддержку молодежи. То есть вот, ну, стипендиями, там, какие-то там гранды там и так далее. Он не только же нашему университету помогает, и университету холода, и политехники, там, по-моему, и еще кому-то, ну, да. Юрій Олексійович, 30 секунд лишається. От перспективи все-таки у ракетно-космічної галузі України є, і чи Дніпро поверне собі статус космічної столиці? Давайте якось так жизнеутверждающе російською мовою завершимо. Я теж хотів би в це вірити і все для цього роблю, щоб... Тобто тут треба улучшити підготовку студентів і государству, в кінці кінців, повернутися лицом до космічної отраслі по-настоящему. Не на словах, в день космонавтики приїхати, пожати руку, пообіцяти там чого-то, а реально щось робити. Реально щось робити. В першу чергу підготовку. Допустим, не 12 студентов на одного преподавателя на физтехе, а 4. Поднять зарплату и преподавателям, и студентам. Материальную базу увеличить. Ну, тут много чего надо делать. Но это можно сделать реально, потому что у нас светлые головы не перевелись. Мои востребованные работают в Украине, в шотландском предприятии возглавляют двигательные. Ну, кругом выпускники моей кафедры возглавляют все. Потому что двигателист – это царь вообще как бы в ракетной технике. Ну, в моем понимании. Из него можно сделать и проектанта, и кого хочешь. Вот из проектанта двигателиста не сделаешь. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з доктором технічних наук Юрієм Мітіковим. На все добре.